Всем здоровенько! На ваших устройствах воспроизведение Indiegogo. Дальше о новостях в индустрии инди-игр. Из ваших колонок с веселой музычкой на фоне вещает Сергей Белоусов. Новости сегодня целиком посвящены играм. Никаких джамов и бандлов. Только независимые проекты, которые к тому же вышли буквально недавно. А в Kick & Go вас сегодня ждут два интересных проекта. Ну что, готовы? Тогда поехали! Если вам в свое время понравился проект Gunpoint, но по каким-то причинам его оказалось мало, то первая новость выпуска как раз для вас. На днях независимый разработчик Томас Ваклавик представил арты своей игры Ronin. Изначально проект создавался для Cyberpunk Game Jam, о котором я рассказывал в предыдущих выпусках. Идея так заинтересовала Томаса, что он решил довести ее до полноценной игры. В плане геймплея Ronin представляет из себя то же самое, что и Gunpoint. Есть, конечно, небольшие отличия. Например, крюк, который позволяет забираться на высокие места, но в целом механика идентична. В отличие от демо, о котором я говорил выше, в полноценной версии будет абсолютно иная графика. От пикселей Томас решил перебраться к мультяшным образом с большими головами. Вот уж не знаю зачем. По мне, и пикселей было вполне достаточно. На данный момент в сети доступен лишь прототип, сделанный для Cyberpunk Game Jam, в который может поиграть любой желающий. Ссылку на него вы найдете в описании. Довольно необычный проект был недавно выложен в Steam. Спойлер алерт. Согласитесь, что прямая сюжетная линия в платформерах слегка поднадоела. Главный герой знает, что кто-то похищен, и его надо спасти. Он начинает свой путь, убивает врагов, проходит мир за миром, встречается с боссами и в итоге доходит до самого главного. Естественно, побеждает и спасает того, за кем шел через всю игру. А что если все сделать наоборот? Именно об этом и будет повествовать проект Spoiler Alert. В нем мы начинаем с последнего босса и проходим от конца игры к началу, не собирая монетки и не убивая врагов по пути. Такую концепцию отчасти использовал Брейд. Она была в концовке игры и заставляла слегка задуматься насчет оценки происходящего. Даст ли Spoiler Alert нам такие же эмоции, пока непонятно. Единственное, что можно сказать, у проекта довольно интересный визуальный стиль, ну и собственно задумка, ради которой хотя бы разочек стоит запустить Spoiler Alert. Проект, как уже было сказано, недавно появился в Steam, и ссылку на него я оставил в описании. Что-что, а тему зомби я никак не мог пропустить. Люблю, когда в играх куча мозгоедов. И проект Over 9000 Zombies, который недавно появился в раннем доступе Steam, как раз дарует нам прекрасную возможность расстреливать орды ходячих мертвецов. По геймплею проект чем-то похож на Crimson Land. На вас отовсюду прут враги, а вы всеми доступными способами должны прожить как можно дольше. В отличие от Crimson Land, правда, у вас есть возможность использовать дополнительное оборудование по типу автоматических турелей, баррикад и защитных башен. Для их создания необходим металл, который вы получаете за убийство зомби, которых со временем становится все больше и больше. Проект прекрасно подойдет для тех, кто любит состязания и обожает, когда его имя находится на вершине турнирной таблицы. Остальным же проект может приглянуться как убийца времени, пока вы ждете чего-то более крупного в инди-среде. Если вы скучаете по постапокалипсису а-ля Сталкер и AAA индустрия не может удовлетворить вашего интереса, то в таком случае советую обратить внимание на проект Aerial. Сейчас я вам о нем расскажу. Для начала стоит сказать, что за разработкой стоят люди, которые в свое время приложили руку к Сталкеру. Они говорят, что приложат все усилия и сделают качественную идейную игру. Давайте же разберемся, что нас ждет. Итак, будущее. Цивилизация на грани вымирания. А виноват во всем неизвестный материал метаморфит, который появился на Земле благодаря метеориту, упавшему давным-давно. Теперь же метаморфит заражает все вокруг, создавая что-то типа зон радиации. Естественно, в таких условиях людям пришлось научиться выживать. Нам во всем этом отводится роль своеобразного Сталкера, который ходит по зараженной зоне и ищет всякие интересности. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о сюжете. Во всем остальном он не линеен. Вы ходите куда хотите, говорите с кем хотите и как хотите. А сюжет — это уже второстепенное. Забудьте также о неправильных решениях,
Разработчики решили отказаться от шкалы добро-зло и предлагают самим играющим устанавливать рамки своего поведения. И это, кстати, правильно, а то похитил морковку в других РПГ, и тебя уже все ищут. Непорядок. Как вы, наверное, уже поняли, раз за Arial стоят те же люди, что разрабатывали Stalker, то и стиль игры будет похожим. Нас ждет экшен-РПГ от первого лица. Основной упор, конечно же, будет сделан на атмосферу и сражения, которые также являются важными. За первое будет отвечать система X-Life, которая по аналогии со сталкеровской A-Life будет следить за игроком, его действиями и по ходу его продвижения подгонять поведение противников, задавать разнообразные случайные встречи и так далее. Что до сражений, то тут нам дается огромный простор для фантазии. Оружие можно модифицировать, как душа пожелает. Артефактов, которые ухудшают или улучшают характеристики персонажа, также очень много. Все это позволит любому играющему создать свой стиль. Arial уже практически собрал нужную сумму, и это за 15 дней до окончания кампании. Отличный результат. Будем надеяться, что история со сталкером и его переделками не повторится, и мы получим прекрасный проект, ссылку на кампанию которого вы можете найти в описании. Трейлер следующего проекта рубрики вы частично видали в одной из заставок, но на тот момент кампания по сбору средств не была запущена. И вот на прошедшей неделе ребята из студии с довольно интересным названием Oh No Studio решили, что надо бы попросить денег для дальнейшей разработки своей игры Tormentum. Давайте же посмотрим, что нам предлагают. Tormentum — это point-and-click квест с довольно мрачным визуальным стилем. Сюжет поведает нам о безымянном герое, который просыпается и обнаруживает себя в клетке, которая привязана к летящему дирижаблю. Наш протеже не помнит ничего. Как он попал в клетку, куда движется дирижабль, кто он такой. Из воспоминаний у героя лишь статуя на вершине холма. Если он попадет туда, то возможно узнает, почему ничего не помнит. Ну а тем временем, дирижабль приводит нас в страшный и темный замок, из которого мы и будем выбираться на протяжении почти всей игры. В ходе своего побега, герой посетит множество локаций, повидает огромное количество неизвестных и пугающих существ, а также столкнется с кучей различных загадок. Ну а в конце нас будет ждать одна из концовок, которая зависит от некоторых моральных выборов по ходу игры. Стоит отметить визуальный стиль Tormentum. Это прекрасно. Такое внимание к деталям мало у кого можно отметить. Но ребята из студии Oh No постарались на славу. Даже иногда неохота двигаться никуда в игре, а просто делать скриншот, поставить на рабочий стол и успокоиться. А когда надоест, продвинуться в следующую локацию, щелкнуть еще раз. И так до конца игры. Шучу, конечно. Проекту есть чем нас занять. Загадок множество, все они разнообразны. Иногда придется много думать и напрягать свое серое вещество. Но любители таких проектов однозначно будут счастливы. Если хотите узнать поподробнее об игре, а также полюбоваться на скриншоты, то ссылка на кампанию в описании. Поддержим наших разработчиков, которые только встали на путь создания игр. Для начала советую попробовать убивалку времени под названием Smoker – The Game. Ну а если жаждете чего-то более сложного, то бросьте вызов самой гравитации в игре Error Gravity. Хотите чего-то необычного? Как насчет совмещения сайд-скроллинг-шутера и пошаговой игры? Если вы заинтригованы, то тогда вам прямая дорога в Mighty Tactical Shooter. Не устали от выживаний в постапокалиптических мирах? Тогда вас ждет Frozen State. На сегодня это все. Если же информации вам показалось мало и вы хотите знать больше, то не пропустите новые выпуски новостных дайджестов. Самые главные события индустрии в нашей игровой ленте, а также все подробности о новинках в мире ММО в быстром смотре. На этом все. У микрофона был Сергей Белоусов. Пока-пока.